Ожидается, что следующее поколение MacBook с чипом M4 от Apple выйдет в конце 2024 года. Обновление коснется как 14-дюймовой, так и 16-дюймовой моделей MacBook Pro. Чип M4, вероятно, принесет улучшение в производительности и энергоэффективности, основываясь на достижениях чипа M3. Хотя точные характеристики улучшений пока не раскрыты, существует предположение, что чипы M4 будут включать более продвинутые возможности искусственного интеллекта, которые становятся ключевой частью многих новых устройств Apple. Дизайн MacBook Pro, скорее всего, останется практически без изменений по сравнению с текущими версиями, так как Apple обновляет внешний вид MacBook Pro примерно раз в несколько лет. Последний раз это было в 2021 году. Цены, по прогнозам, останутся в схожем диапазоне, хотя возможны небольшие повышения. Тем, кто ожидает значительных изменений, таких как Face ID или новые цветовые решения, возможно, придется подождать до следующих поколений, поскольку обновления M4 будут, скорее всего, носить более постепенный характер.